Доброе утро! Сегодня я хочу рассказать вам о книге Сухбата Флатуни «Рай земной». Настоящее имя прозаика – Евгений Абдуллаев. Автор увлечен философией, теологией и литературой. Всю жизнь живет в Узбекистане. Традиции и язык этой страны, соответственно, стали неотъемлемой частью Евгения. Начав писать художественную прозу, он взял себе псевдоним «Диалоги Платона», что по-узбекски звучит как «Сухбата Флатуни». В 2019 году его третий роман «Рай земной» вошел в короткий список литературной премии «Большая книга». Две ничем не примечательные героини, Плюша и Натали, живут в пятиэтажке на краю заброшенного поля. В конце 30-х здесь массово расстреливали поляков, детей и взрослых. Теперь об этом молчат, поле зарастает борщевиком, но странным образом влияет на жизнь тех, кто рядом. Тихая покладистая Плюша Полина Круковская старательно пишет научную статью у поляка Карла Семеновича. В пару ей подруга и соседка Натали. Деятельная, шумная, по-мужски решительная. Обе женщины хотели бы просто жить своей жизнью, не обращая внимания на поле под окнами, не касаясь исторической памяти и сложных вопросов, вины и раскаяния, прощения. Но память места втягивает их в свое пространство, оказывая влияние на реальную жизнь. И вот уже невозможно оторваться от персонажей. Интересно разбираться в истории репрессированных поляков, расстрелянных на поле, рядом с которым живут героини. Среди расстрелянных был священник Фома Голембовский, поляк, принявший православие. Плюша, работая в городском музее репрессий, занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно написанная Фомой в начале 30-х «Детское Евангелие», в котором действуют только дети, составляет как бы второй слой романа. Автор пишет простым слогом, что сразу придает роману динамичный ритм, но при этом сохраняется масштабность идей. Жертвенность, сострадание, прощение, дружба – вот основные темы, о которых рассуждает Сухбата Флатуни. Мне кажется, это истинный русский роман, в котором судьбы переплетены, а прошлое оказывает влияние на настоящее и даже на будущее. Всем поклонникам мистико-философской прозы «Рай земной» точно придется по душе. Добро пожаловать в муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. Читайте книги!